две баржи у нас было, мы загружались там солью, вот, и доставляли ее в Дзержинск. Ну, вы знаете, в Дзержинске, значит, это завод, который готовил порох, взрывоопасное все, не только порох, он снаряды и прочее, прочее. То есть вот взрывоопасные, вот на основе соли, в первую очередь. Сделали мы, в середине мая вышли, июнь полностью, в июле месяце, числа 8-9, нас в районе вот Сталинграда установили, вот, и по решению городского комитета Сталинградского, вот, сказали о том, что судно мобилизуется, для чего, вот, на берегах и в городе, около города скопилось тысячи людей, сельскохозяйственной техники, скота, вот это из районов, которые эвакуировались, немцы наступали, вот, а колхозы эвакуировали свое имущество, вот, и дорога, которая была в основном лежала через Сталинград, вот именно собирались тысячи людей, техники и прочее. Вот. Спаренные две баржи, которые солянки, которые мы водили, их спарили, положили брусья и сказали, это вот будет вот на нем перевозить, надо доставлять на другой берег, вот, всю технику, сельскохозяйство, людей и прочее, прочее. И так мы занимались почти до 20 июля.